Привет, други мои. Ирбис. Будем разбирать, смотреть, что гремит. Так-то он собран, заведен, там есть видео. Но что-то сильно гремит двигатели. Будем смотреть. Или подшипник, или еще что. Другой. Начинаем разбирать. И говорить. Полный будет разбор. Еле снялось. Куда еще будем голым? Наконец-то. Добрал. Так, все, на ту сторону теперь. Так, снимаем трубу. Трубу? Да. Потом разбираем дальше. Так, поршневую я уже снял. Самое красивое — открутить и сбить ротор. Вот это гаечка. Так, ну сама я обычно вот так. О! Снял. Надо выкатывать мотор, потому что картерина завязана на раме, подножки. Вот так вот. Так, ну что, сейчас будем выкатывать. Опа, оп, оп. Так, подножечку надо тоже снять. Это вот хорошо. Бывает, этот болт вырезаешь, он пригорает. Так, ну что, на операционный стол положил. Так, удачно прокладка цела осталась. Надо снять шестереночку и под ней болт.
шестеренка масляного насоса это. Оп. В мотор гайка свалилась. Ну сегодня не день, день везения. Вот еще болток один. Оп. Ну и должен располовиниться. Шестеренка хорошая. Ну что тут у нас? О, вот подшипник заклинившего. Вот он и шумел. Я думал, вот этот шумит. А шумит, который на зажигание. Сейчас вот эту шестеренку надо стянуть. Этот хороший подшипник. Съемник надо. Ну ладно, съемник завтра на работе возьму. Все, пока на сегодня. Так, снял я шестеренку. Снял подшипник. Пришлось вот наварить гайки, потому что никак не сорвать. Шестеренка как бы пошла легенько. Вот. Будем искать подшипник. Так, квартиринку заварил. Величайший сварщик мира у меня тут работает, знакомый. Подшипничек Япония, 400 рублей приехал. Сейчас коленвал соберу. И будем собирать двигатель. Греем маленько. Так. Опа. Легенько как сел. Так. Ну вот и все. Можно собирать.